Здравствуйте, Арсений Селезнев, Зверобой. Вот появилась трещина. Это не первая такая трещина на этой покрышке. Это внутренняя сторона. Так скажем, усталость резины или брак производства. Прошло уже 10 лет, так что я думаю, что срок годности подходит к концу. Вот тут я уже заклеивал со стороны, со внутренней стороны, вот где вентиль находится. И точно такая же часть, тоже с внутренней стороны находится, лопнула. Спустила практически моментально. Хорошо, что я уже приехал домой. Когда увидите такое, что с внутренней стороны начало лопаться, сразу же начинайте искать замену. Вот такой вот номер покрышки. Не знаю, что это означает. Прошло почти 10 лет. Ну, я не знаю, когда его сделали. Ну, в общем. И видно, что оно не ровно лопнуло, а под небольшим углом. Вот под таким вот углом получается. Деструктивные какие-то пошли изменения в покрышке. Кстати, вот латка самодельная. Это был сильнейший прокол. Я уже не помню, там вроде кусочек гранита проколол покрышку. Заодно и сделал камеру. Ну и вот у меня тоже покупные есть. Это Red Sun. Вполне хорошие. Можно применять, они дешевые. Тут же где-то у меня было. Вот можно еще и целое применять, не только половинки. Red Sun. Держится хорошо. Даже замечательно. Клей продается отдельно, если не хватает, то можно всегда докупить. Тут я уже решил сэкономить. Тут у меня немножко отстало с той стороны. Но это вполне вероятность такая. Попробую еще раз подклеить, но она держит, только край немножко отошел. Я подклею для того, чтобы оно не продолжило отрываться. Сейчас покажу с этой стороны. Вот такие вот дела.